Всем привет, ребят, вы на канале Jack Rose. Продолжаем The Last of Us Part 2. Начинаем с того же места, где и остановились мы с вами в прошлый раз. Остров Серафитов. Только-только Айзек убил Яру. К сожалению, Яра не выжила. Бери, сколько унесешь. У меня есть все, что нужно. А, типа у тебя лук? И все? Нифига, чуть не пропустил. Вот это прикол. Слушайте, ну... Это вообще такие повороты сюжетные. Да, ну что, будем продолжать? Ну что, идем. Сейчас будет бойня. Минус два. Ёпты, там народу! Вон она! Тихо. Отпусти, скотина! Офигеть, тут народу! Это свои, нет? Это не свои. Ну давай, вылезай. Капец, тут народу сейчас будет. Сейчас придется пробиваться, явно. Минус. Так, отлично. Делаем еще. На втором, да? На второй придется тоже пробиться, попытаться еще. Так, окей. Слушайте, их очень много. Давайте, наверное, сюда двину. Пока из внешки пойду. Можно попытаться... Тихо. Тут все чисто. Можно попытаться пройти по стелсу, типа, по какому-нибудь. О! Но, блин, как это будет сложно. Чел, ты кто? Над нами, да? Ой, как вас много... Да нет еще. Тут все спокойно. У тебя что? То же самое. Ничего не видно. А ты встань, постой, пожалуйста. Ты их видишь? Я ничего не нашел. Этим тварям не жить. Ага, здесь пройти нет. Дерек умер. Так, тихо. Смотрим. Ага, ага, ага. Ушли. Ушли, ушли. Во. Типок. Черт, сбежал. Он наверх поднимется сейчас? Интересно, он меня сверху увидит? Видите их? Этот сектор чист. Угу. Так, окей, минус еще один. Я думаю, может наверх подняться? Ну что, никто не видел? Да никто, никто.
О! Внутри. Черт! Звук! Зашевелились, да? Лев, ты как? Угу. Ладно, давайте спрыгнем. Хаба. Ладно, что ждать-то? Есть кто еще? Если есть, то подходите. Ага. Так, минус. Все, нет. Ну, слушайте, вроде не все так плохо. Идем к выходу. Кислород пошел, главное. Нырнул. Подожди. Что такое? Слежу. Угу, отлично. Делаю глушак. Все, у меня еще есть 5 патронов. В целом неплохо. Живем пока. Живем. Когда-нибудь я скрафчу что-нибудь нормальное, но пока только глушитель для пистолета. Ну, естественно, дверь закрыта. Только если наверх. Да не откроешь. Да ладно, открыла. Что случилось? Ну а как? Уже не важно. Надо валить. Какие у тебя варианты были? Пойдем через неё. Далеко отсюда, до гавани. Еще прилично. Да. Так, ладно, погнали. Лев, до лестницы доходим. Идем к гавани, в общем. Я пока на самом деле немножко в шоке, потому что... давай. Эбби идет уже против своих ради того, чтобы спасти этих детей. Ну, это, конечно, показатель. Сюда. Не дай бог там... О, сейф зон. Отлично. Может быть, что-то и качнем, кстати. Давайте посмотрим. Наконец-то верстак. И так, автомат, арбалет, пистолет. Давайте арбалету сделаю оптику. Или что у нас там? Перезарядка. Перезарядку быструю для арбалета. То очень уж долго он перезаряжается. И погнали. Отлично. Прям чувство такое, что конец уже близок, конец уже скоро. Но конец всего лишь третьего дня Сиэтл для Эбби, а потом встреча с Элли. Посмотрим, что у них будет в между собойчике с их разборками. Таблеточки. Да, сейчас, секунду, Лев. Больше самодельных бомб. Так, изготовлять и вместимость больше, да? Ага, окей. Ой, слушайте, с одной стороны красиво, но... Гавань. Да. Горит гавань-то. Сори. Туда надо идти. Надо идти в доки, пока все не сгорело. Так? Как мы туда дойдем? Мы не умрем на этом острове. Нет, только не здесь. Я знаю. Пойдем туда. Хаба. Да, ребята, это будет очень долго. Куда теперь? Следуй вдоль мостов. Хорошо, давай за мной. Найди этих шрамов! Замочить их! Ага. Мы можем, в принципе, со спины подойти, чтобы патроны не тратить.
Зараза, убежал. Так, минус один. Патрон надо экономить, конечно. Так, тихо. А. Ну, быстрее! Пошли! Чужаки? В плане? А, они пошли дальше, типа. Все, отлично. Пускай идут. Так, они там кого-то загнали. Чужаков. Кто чужаки? Так, все, сломался у меня. Смерть ублюдкам! Господи, сколько у вас тут? Господи, сколько вас тут? Разберись с ними! Зараза, убежал! Свои нет. Ну, в плане. Эти. Шрамы. Ой, псы. Так, окей. И остальные в доме, да, все? Тут вроде всех вальнули уже. Все. Сколько можно уже вот эти вот перестрелки устраивать? Давай, выходи. Можно в целом обойти, я думаю. Так, окей. Минус еще один. Перезаряжаемся. Так, еще идет один. И там еще двое, трое. Господи, сколько вас тут? Жива? Так, тихо. Ребята, все нормально, я свой. Это что было? Это так бомба хреново пролетела? Давай, вылезай. Лев, ты мне вообще помогать будешь сегодня? Ха-ха, такая морда вылезла. Давай еще разок. Ха-ха-ха. Очень смешно. Никого не видно. Да-да-да. Главное, будь начеку. Будь начеку, Лев. Это было очень смешно сейчас. Почему-то так глупо, я не знаю. У меня патронов нет почти. Мне нужны патроны. Патрошки. Да. Есть идея. Какая? Подсказывай.
Какие у тебя идеи, малой? Малая. Я не знаю, как правильно будет называть ее все-таки. Так, окей. Здесь собрал все, что можно уже, мне кажется. Что, сюда? Лошадь? Нам нужна эта лошадь. Давай. Нет, давай. Мы что, на лошади поскачем? Что, просто уходить будем? Ты, ну слушай, кстати, мы... Вперед! Вот они! Готовься! Быстрей! Обязательно стрелять? Так, окей. Слушайте, очень сложно на самом деле управлять. Воу! Нормально, нормально. Боже. Капец, они все зажгли. Нам туда стоит ехать? Я не знаю. Лодки еще там и... Черт. Нас ничто не остановит. Ну, не знаю. Держись. Воу. Не лезь к нам. Еще. Еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Сюда хоть? Я правильно скачу? Ха! Сзади некогда мне смотреть. Твою же! Лев, встаем, встаем, лев! Лева, Лева, встаем, встаем! Да хрен с ней с лошадью, просто бежим! Так. Залечимся. Ну, такой эпик пошел уже. Все, надо выбираться. Доки горят все просто. И она, кстати, не может быстро бежать почему-то. Давай. Что, опять перестрелки? Нет, ну пожалуйста. Они должны сдохнуть все. Капец народу! Рут, пускай они друг друга перевалят. Нет. А мы обойдем. Они друг друга переубивают, а мы обойдем. Блин, и нам здесь не оббежать, да? Так, окей. Нету здесь никакой Эбби, забудь. Нет здесь никакой Эбби. Это опасно. Так, кто еще? В доме напротив, да? Эбби? Да. Минус еще. Лев, ты что творишь? Что, блядь? Кто стреляет? Типа, я не вижу, откуда стрельба идет. Ладно, окей. Давайте на эту сторону тогда. Малой, не мешайте. Понял тебя.
Это ты мне? Надеюсь, нет. Еще идут. Вырубите! Так, ладно, давай пойдем. Доки прямо за этим холмом. Ага. Ты привела к нам псов. Нет, ублюдкам! Давайте оббежим просто. Черту. Наверх. Сюда, за мной. Не будем тратить просто на это время и патроны, если они сами друг друга переубивают. Ой, да ладно. Серьезно? Надо выбираться, срочно! Тихо. Опоры не выдержат. Я удерживаю баланс, она просто... И все. Еще разочек. Опоры не выдержат, я знаю. Пламя идет сюда. Да я вижу. Что делать? Прыгать? А дальше что? Лев. Типа вниз или что? Лев, сюда. Лева, 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 давай, давай, давай. Я держу. Ой, бляха. Эпи, ползи. Я цела. Давай. Да ползу, ползу. Черт, а это кто? Еще без рюкзака останемся. Все, да хрен с ним, с рюкзаком. Серп. Ты нас опозорила. Иди сюда. Стоп тебя, грязная псина. Иди сюда. И еще раз. На, на. Ого! Иди сюда. А так? На, на. Господи, какой ты псих. А пистолет можно достать? На, на. Готовченко. Сноси ему бошку. Лёва, ты где? Помоги! Давай, 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 давай! Отпусти её! Эби, вставай! Он стрелой может нас проколоть, давай аккуратно! Давай, 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 Эбби. Фуа. Господи, что это было? Да я бежим просто. Лев, идем, идем, идем. Слушайте, ребят, ну, конечно, это очень, очень эпично. Да, я вижу. Давай, малой. Малой, давай, пожалуйста. Я не вижу, что жмать надо.
Господи, греби. Просто греби. Очуметь. Просто очуметь. Такую бойню устроили. Но Айзек не выжил. Скорее всего, не выжил. Просто грязь. Все к чертям сгорело. Сгорела бухта. Погибли серафиты. Наверное, почти все, кто был на острове. Погибли люди Айзека. Псы, да, так называемые. Но эти двое, несмотря ни на что, прорвались. Держись. Возьми. Слушайте, ну, на самом деле, очень так эмоционально. Прям переживаешь очень сильно за персонажей. Несмотря на Эбби, да, несмотря на то, что я не хотел за нее играть. А, возвращаемся в Океанариум. О, мы сейчас, наверное, день третий. Мы сейчас найдем убитую Мел и Оуэна. Но это тоже надо увидеть. Но она отстанет-то буквально ненадолго, потому что... Она же найдет каким-то образом Томми в этом кинотеатре. Лев, выбирайся, давай. Лев. Давайте зайдем в Океанариум. Да. И завершим на этом серию. Очень было жестко. Очень было жестко. Я в шоке, если честно. Как так? А, дверь закрыта, потому что Элли, когда пробиралась, двери тоже везде были закрыты. О, Элис убита. Это как раз была Элли. Это Элис. Кто-то пробрался внутрь. Так, Лев, держись за мной. Следы. А помните, да, как начиналась игра за Эбби? Ну, в плане не начиналась, а когда детские воспоминания ее были, она по следам шла. Вот и мы сейчас также по следам. Тут закрыто. Нет смысла проверять, но... Кнопочка есть, дернули. Ой, крови натекло, господи. Там же Мел. Мел погибла, из нее куча крови. Там же дабл килл, блин. Осторожней. О, ребята, сейчас тяжело будет. Карта Элли осталась, на которой она просила показать, где находится Эбби. Эбби. Она сама себя выдала, местоположение свое выдала благодаря вот этой карте. Из-за этой карты. Блин, ну Элли сама виновата в этом, то, что оставила следы. Отель Нора.
Блин, жестко. Бум, просто. Ой-ой-ой-ой. И отель, и как раз нам показывают кинотеатр. Чё, будем смотреть? Надо как-то туда попасть. Свет горит. Лев, ты еще тут? Да. А где им быть? Слушайте, нет, давайте, наверное, на этом остановлюсь. Мы знаем прекрасно, что будет дальше, но заберемся в кинотеатр мы уже в следующей серии. Ребята, это было что-то. Мне... Слава не передать, вы сами все видели, какой это экшен. Лев, стой на месте, не двигайся. Пока на этом стоп, останавливаемся. Подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии. Плейлист на прохождение The Last of Us Part 2 будет в описании. И по всплывашке в конце. Вот такая вот агрессивная Эбби сейчас идет карать своих обидчиков. Убийц ее любимого Оуэна и... Не совсем любимой, но все-таки дорогой Мел. Ладно, ребят, увидимся в следующей серии. Всем пока.